Расскажите, что произошло, вы с этого дома, да? Да, я с этого дома, вот с первого этажа я. Это где-то 20 минут третьего ночи. Ну, начали они где-то с 11. Еще так, потихоньку стреляли они. А потом уже мы прекратилось, мы легли уже, думаем, не будут уже стрелять, легли спать. И в полтретьего ночи один снаряд прилетает, стреляет сильно. И мы выбегаем, жена в туалет, а я за тяжелую стенку, за бетонную спрятался это. И потом второй раз прилетает. И сразу взрыв, вылетают стекла все полностью, и волна, и вот это вот с пол третьего до четырех они били, тут как раз приезжало пожарные ребята, это помогли затушить, это моя будочка, сапожник. Это вы, да, в вашу будку попало? Да, попало, все сгорело, все, весь материал, все погорело. Буквально подчистую все выгорело. Не подчистую, одна удочка осталась. Это. А так вот это вот до четырех они били, стреляли, и тяжелое летело все полностью сюда это. И вот это так потом прекратилось и тишина. Но в дом не попали, да, дом? В дом попало, что осколки, и вот тут стекло у меня, где выбитая рама, прям осколком, он они даже осколки, и вон попало, и другой попало тоже первый этаж осколками. И вылетали стекла, все повыдавливало. Южный шар. Потому что или вот у нас здесь за заводом есть круглый лес. Вот с круглого леса, наверное, и стреляли. Потому что все, весь пролет и шел вот туда. И прям пролетало под это. Пролетело, он там даже пробороздило все полностью. И снаряд или что. Потому что била прямая. Била прям туда вот била. Коля, возьми. Я инвалид первой группы, без обеих ног, вот на протезах это все же это был, как раз дома, вот это когда произошло все, был без протезов все же это, по стеклам прыгал, бегал, порезал себе коленки, попа это, и вот, что еще сказать, вот так и по это, так, за хату я уже сказал, уже и человек это уже это... И рассказал, он бедный, что я сапожничал, он людям делал. Людям делал. Все, добро 14-й делал. Год я просидел под бомбежками, и люди приходили, я бесплатно людям делал. Да, могу, да, потому что да, денег а мне не было. Это же. Нет, даже копейки не брал. Никогда копейку не беру, это что вы, людям знаешь, что без денег сидят люди, это все же. А тут на тебе уже 17-й год, 3 года уже идет эта война, и никак никакого толку нету. Когда да, она уже закончится, он один у нас это такой. Же... Меня хороший. Тоже повылетало. Шахты били. А где? Да ну что? Вы же не знаете. Привет, этому Порошенку передать. Тут только повезет.